Ньюкасл по итогам зимнего трансферного окна потратил на покупку новых игроков больше всех в мире. Мера вынужденная. Дела у английского клуба в первой половине сезона 21-22 не складывались. Команда уверенно держится в зоне вылета, и кадровые решения напрашивались давным-давно. 102 миллиона евро выложил новый собственник «Сорок» – суверенный фонд Саудовской Аравии, в надежде изменить ситуацию в лучшую сторону. Обновление коснулось в первую очередь защиты. Под знамена Ньюкасла встало на этой линии сразу три новичка. Дэниел Бёрн прибыл из Брайтона. Мэтт Таргетт арендован у Астон Виллы. Киран Трипьер покинул мадридскую столицу в пользу Туманного Альбиона. «Я знаю, что впереди нас ждет много работы, но мне хорошо знаком стиль футбола в английской премьер-лиге. Я рад присоединиться к этому фантастическому клубу. Это большая честь. Я взволнован». Преобразования коснулись полузащиты. Из стана канониров прибыл Джо Уиллок. Французский Лион расстался с Бруно Гимарайнсом. Бразилец стал самой дорогой покупкой Ньюкасла. Обошелся в 42,1 миллиона евро. Такова цена его универсальности. Он полезен как в опорной зоне, так и под нападающими. А вот голевая статистика «Сорок» во многом будет зависеть от форварда Криса Вуда. За 5 лет в Бернли нападающий забил 49 голов в 144 матчах. И по мнению тренерского штаба во главе с Эдди Хау, это тот человек, который может делать погоду в штрафной площади ворот любого соперника. Новобранцы уже влияют на результаты. Ньюкасл по-прежнему в зоне вылета, но в двух матчах 2022 года набрано 4 очка. Выдав сначала ничью с Уотфордом 1-1 на своем поле в 22-м туре премьер-лиги, в следующей игре на выезде с Лидсом команда вырвала победу с минимальным счетом за 15 минут до финального свистка. Совсем неплохо. Все только начинается.